повиниться, повиниться. Сейчас побудем. Поругали немножко. Сейчас будем это. Петербург, район 2511 Гольф, посадка бычье поле 19:20. Да, спасибо большое, извините, что так получилось. До свидания. 19:16, 19:20, часы рассинхронизировались. Ну как? Ну как, с вазелином? Ну, я план-то подал с посадкой в гостилице. Ага. Ну, диспетчер такой, а почему летите обратно? Я говорю, ну это у нас вот планы переменились. Ага. Он такой, надо план подать новый. За полчаса. Я говорю, из воздуха? Угу. За полчаса? Я говорю, издеваетесь? Да, не могу, где 40 минут. Я говорю, ну, с воздуха, да, ну чуть-чуть 40 минут крутиться, что ли? Я говорю, так, у меня говорю, топлива не хватит, если я буду здесь крутиться, я вам план подаю. Угу. Я говорю, давайте, говорю, с воздуха подам. Я говорю, ожидайте. Такая, надо план подать. Я говорю, ну, давайте. Я, мы сделаем за вас. Я говорю, хорошо. Сейчас говорю, извини, что получилось. Говорю, все нормально, все нормально. Ну, все нормально. Да. В гостиницах заходить не стали, там борта крутились. Мы до сельцов слетали. А мне сельца звонили. Спрашивали, я меня. А не, никто по рации даже не ответил. А ты садился? Нет. Нет? Прошли. Там все, тишина полная, то есть. Но полосу накатали шикарно. Да, там все равно так похоже, да. Так, тут чипы у нас. Ну вот как раз долететь до этого. До того, что было. Накатали тебе это? А? Накатали? Ну, да, как раз 5 часов перелет будет, когда мы там посадим. Ой, блин, так, надо теперь посчитаться, что у нас получилось. Еще с меня там за 10 минут до прошлого осталось. Нет, вообще замечательно все. Вот это зашли наоборот, очень плавненько. Постукивала стойка передняя, это да. Слушай, сейчас посчитаю приблизительно. Вероника, я считаю, что все сложили. Не парься.